у словечка «м». Есть только один друг. Это слово «вот ай». Палочка такая большая. «I am». Или наоборот. Сначала «m», а потом «I». Тогда «m» с большой буквы. А «I» – это всегда такая большая палочка. Когда спрашиваем, тогда «m», «I». Когда утверждаем, сами что-то уверенно говорим, тогда «I am». И вот тогда, когда сначала «I», потом «m», можно сделать так, чтобы у них было по одной букве. Мы выбросим одну букву и поставим вот такую запятую. И получится «I'm». Вкусно так получится. «I'm». «I'm sad». Дельфинчик говорит. «Я грустный». «I» переводим. И «sad» – грустный. Но сказать надо «I'm sad». «I'm bad». «Я bad». «Плохая». «Я плохая». Если бы не было то точку бы мы не могли поставить. Задумалась змея и сама себя спрашивает. Если спрашивает, то тогда надо сначала «m», а потом «I». «Am I bad?» «Я плохая?» И сама же себе отвечает. «Yes». «Да», с удовлетворением говорит она. «I am». Обязательно после «yes» надо сказать «I am». Не забываем этих двух товарищей.